Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня будет нереальная заруба против клана хейтеров. Они меня обзывали нубом, рабом, и писали домой, и так далее. Прямо сейчас настал судный день. Ребятки, просто посмотрите на этих парней, за них даже играет Влад А4, я просто так ржал. В клане хейтеров играет Влад А4, вот из-за таких игроков ясен возраст этих хейтеров. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. А мы начинаем. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. Они уже начинают кента обзывать, пишут всякие гадости про меня в чате. Но, ребятки, прямо сейчас мы их накажем, и они получат по заслугам. Поэтому, пожалуйста, уважаемые подписчики, поддержите кента лайком и подпишитесь на мой канал. Ё-моё, я один на пунктуа, и это немножко страшно. Ну, совершенно самую-самую малость. Так, ну что же, ребятки, главное не слить. Ой-ой-ой-ой, 1-1, у нас уже есть потери, представьте себе, не может быть, у нас уже даже есть потери, так. Хочу со спины обойти, со спины. А ну-ка, иди сюда. Кого там звал нубом? За слова ответишь? Вот так. Тупо их выносим просто как детей, да? Давай! -2, Кента пока сделал, вот так вот хейтеры, просто шпили-вили, 1-0, давайте, да, писали домой, рабы. Ребятки, вот я считаю, вот таких людей, как они, надо проучивать. Нечего писать, что мы рабы, нубы, обзывать нас и так далее, писали, что пошлют нас домой. Ну, сейчас посмотрим, кто кого домой пошлет. Поехали, ребятулечки. Так, я сижу на пункту А, и я чё-то вообще никого не вижу. То ли я слепой, то ли тут что-то не так, братан, давай. Так. А ты что? Блин, обожаю клан Киборги, мы просто топчики. Так, есть кто-то или нету? А ну-ка, ну, давай, иди сюда, девочка. Иди, ёханый бабай, чуть не убили. Да вы ровлите, мы сейчас сольемся или как? Нормально. Почти держим позиции. Да ты что, 1-0, просто красавчики. А, они уже бамбу заплентили. А, у меня есть дефьюз, поэтому нормалды все. Так, почины, пока что 3 в 3 играем. 3 в 2, нормально, побеждаем. Да ты что, вот это мы красавчики. Так, ребятулечки, самое главное не топать. Беспалевно заходим и делаем -2 шампиньона. Я просто интейц бомбом. Ну, ё-моё, 1 в 1 остались, 1 в 1. Я тупо нуб. Не, реально, это позор. Но, ребятки, один раунд можно. Счет 1-1. Так, меня это немножко напрягает, но, так сказать, давайте соберемся, возьмем наши шары в кулак и покажем им, кто тут киборги и кто тут домой и кто тут рабы. Поехали. Они же пишут сосать, Влад А4 пишет сосать, да, братан? Ну, мы посмотрим, в конце концов, кто будет делать вот это. Ну, ты понял, да? Мы им даже дали небольшую фору, потому что они зашли за команду террористов. Так, тише. Кто-то есть. Так. Ё-моё, тихонько. Дезли, пушим. Проходим, братик, давай. Хейтеры, самбус. Так, пацаны, тут кто-то есть, отвечаю. Так, ну давай ты, ну камон, ну как так? Ну почему А4 так раздает? Все, красота, просто красота. 2-1, вот так вот отправили этих нубов домой. Вот это я понимаю, пацаны, вот это по-нашему. Я просто обожаю мой клан, вы просто самые-самые крутые в мире. Так, все, пацаны, мне надо исправлять стату, потому что я чуть играю, ну как-то так себе, да? Надо играть немножко получше. Поехали. Я предлагаю, я пойду в сторону плента Б и буду их ждать со стороны мида. Ну чё, пирожочки, вы где? Топает? Кажись, я слышу, это топает. Давай! Ха-ха-ха-ха, сынок, домой! Вот так это с хейтерами, говорится, шпилевили, и все, нету хейтеров. Ну, кто дальше? Кто следующий? А может, хейтеры вы тут? Так. Слушай, пацаны, меня это немножко пугает. Где эти хейтеры? Дайте мне кому-то надрать задницу, ребят, камон, где все? Так, пацаны, я, конечно, извиняюсь, но, кажись, они все на пункту А. Я предлагаю их обойти со спины и просто, ну и просто взять и перестрелять. Ну, пацаны, ну дайте кенту кого-то убить, ну, ребят, ну, камон, ну, имейте вы совесть. Все, изи, 3-1, хейтеры немножко приуныли. Красавчики, пацаны, просто лучшая команда мечты. Пишут, чисто пинг им помогает, да? Ну да, мы шпингеры большие, какой у нас пинг? 111, ну да, там мы такие пингеры, просто не передать словами.
Ну что же, ребятки, я пока что играю на предпоследнем месте, это немножко нехорошо. Но я предупреждаю, что я играю с основой клана, то есть это самые сильные игроки клана. И я скажу так, что в принципе предпоследнее место, ну не так-то и плохо. Так, кто там, алло? Олдфайер, братан, домой, давай! Попал. Пушим, прожимаем, почти прожимаем. Давайте! Ну! Кобыла, как вы сливаете? Так, тише. Приказ жить. Мать моя женщина, чё же никто не сказал, что он там, негодяй-то какой. Пацаны, лучше. Просто хэштег лучший из лучших. 4-1. Вот так вот бывает, когда вызываешь кента нубом по интернету. Потом в жизни встречаешься и тупо шпили-вили. Так, ну что, пацаны, пожалуйста, кому не сложно, прожмите лайк и подпишитесь на канал Кент ПК. Вот так вот. Поэтому, кто тут клан нубов, это мы выясним спустя пару раундов, потому что они так яростно нас обзывали нубами, так обещали нас унизить, что мне прям как-то, знаете, испытываю испанский стыд за них, ну потому что, ну как, неловко прям. Так, пацаны, я побуду на пункту А. Так, а на пункту А, как обычно, никого нету. Алло, ребята, какие-то они странные. Братан, подсади, подсад. Правда, подсад. Да ты шо, мой пирожочек? Лучший. Сейчас со спины пойду. Расцветали яблони и груши. Помирал кем-то пока в балконе. Охренеть я, ну, галимый. Пацаны, ну покажите им, кто тут батька. Просто, так сказать, отправьте парней домой учить домашние задания по математике. Красота, просто ляпота. Вот это я понимаю, 5-1, блин, вот приятно играть в такие клановые войны, когда вас обзывают, тут нам на протяжении некоторого времени обзывают, пытаются как-либо унизить, а потом проигрывают, опять же, да вы пиндеры просто, ну да, мы жесткие пиндеры, да. Поехали, пацаны, поехали, не расслабляем булочки, я хочу просто кого-то убить, дайте кенту, это А, ах, вы мои пирожочки любимые, ну вы красавчики, на, пошли, да? Ой, зря вы пошли на плент. А. Так. А ну-ка. Тише. Кто-то есть. Отвечаю. Да, вот. О! Нифига себе, он по мне попал. А ну иди сюда! Иди сюда, за слово ответишь. Так. Ну, где все? Мышка не довела. Пимп слева. Нифига себе, даже пимп убили. Так, 2-2 играют. Так, пацаны, нам сливать нельзя. Ну, вы рофлите, сейчас еще позоримся, тут не хватало нам. Пацаны, а ну собрались, давайте, короче, так сказать, покажем, кто тут батька. Дезли и Рейвен. Ну, тут вы как умираете? Рейвен, ну ты хоть не слейся. Ну, я тебя прошу, ну кому мы сливаемся, мужик? Рейвен, ты хоть играешь на последнем месте, но я уверен, ты сможешь. Ты же играешь в основе клана, ребят, я играю с лучшими из лучших, вы понимаете? Давайте просто закроем 10-1, вот это просто моя мечта была бы. Хочу их поставить на место. Ну, лучший. Давай, хорош. И остался последний Влад А4. Он играет со счетом 3-6, поэтому я думаю его закрыть, это не будет большой проблемой. Рейвен, дружище, ну давай, ну навешай люлей так с локтя слева и справа, как я тебя учил. А, они уж бамбу заплентили, ох вы негодяи. Ох, негодяи-то какие, да, заплентили бамбу. Да это им просто повезло, что кем-то пока умер. Братан-то, бомба на бай, ты куда на бежишь? Камон, давай быстрее, включай нитро. У тебя дефьюз есть? Да, дефьюз есть, хотя бы это радует. Блин, почти, конечно, счет у меня 4-4, отыгрываю я так себе, но я еще раз вам напоминаю то, что я играю со сновой клан. То есть это лучший из лучших. То есть у меня в клане играют глобалы, вы понимаете? То есть я играю с глобалами, я Синпень, я играю на последнем месте, потому что, ну, это про-игроки, камон. Красавчик, Рейвен, просто перемога, хэштег перемога, лучший, 5-6-1, просто клан хейтеров нервно плачет в сторонке. Так, пацаны, знаете что, я себе куплю эмочку, я себе куплю максимальную снарягу, дефьюз, гранатки, и я иду на ПНБ. Не знаю кто куда, но я иду на ПНБ, поехали, пишут лаки, да мы такие лакеры, они не могут определиться, то мы лакеры, то мы пиндеры, ты вообще Влад А4, слышь, иди челленджи выполняй всякие. Начинают агриться на нас в чате, блин, пацаны, они такие смешные, знаете, такое ощущение, что я в зоопарке побывал. Ну чё, хейтеры, настал судный день, давайте, двигателем зажигаем. Опа. Так, пацаны, слушайте. Я, конечно, извиняюсь, но дайте кентухи кого-то убить. Ну, кирпич мне в рот, вот этот поворот. Ну, мужики, ну, где вы все? Ну, дайте я по фасту разнесу. Погнали. А, я вижу на миду. На миду их дофига вижу. Братан, домой.
домой. Влада 4 забрал. Первый пошел. Так, почти осталось 2. Да. Так. Давай, давай, домой! Я просто минус 2 сделал в этом раунде. 7-1. Как же я люблю такие кланы войны! Да? Кто там мне пишет в ВК? Кент, твой клан рабы! Вот, вот, вот вы все, понимаете? Не, базара ноль, есть, конечно, крутые кланы. Но вот этот клан так пытался нас унизить, так пытался над нами доминировать. А в итоге что? В итоге что? В итоге Влад А4 играет на втором месте. Влад А4, это просто фиаско. Так, ладно, все, почти полетели. Братан, братан, подсад. Подсад. Подсад, батю. Так. Под флешечку залетаем, пацаны. Как я вас учил, полетели. Ля-ля-ля-ля-ля! Ёханый бабай! Сколько их там? Тише. Ёшки-матрёшки. Давай! Боишься? Давай, выходи! Ни хрена себе их там! Убили, убили. Блин, ну я их всех надамажил. Пацаны, убейте. Хорош. Убили, мне дали саппорта. Неплохо. Хоть я это играю на последнем месте, но тем не менее, я считаю, тоже неплохо. Я, в принципе, играю с положительной статой. Это хотя бы уже хорошо для меня, учитывая, что я играю против хороших кланов. И вот эти челики мне сказали, что у них тир 2 или тир 3 клан. Я вот не знаю, это правда или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что если это тир 2 клан, то тогда киборги получается тир 1. Ну, кто не знает, тир это типа топ. Поняли? Получается, киборги топ 1 клан тогда, если это тир 2. Так, ну что же, счет 8-1. Я что-то в последнем месте, меня это нифига не радует, пацаны. Я предлагаю, надо исправлять эту ситуацию и быть хотя бы на предпоследнем месте. Ну а то как-то не солидно, что это Кент АПК играет хуже всех. Так, пацаны, поехали. Ну как хуже всех? Я играю с положительной статой, это уже плюс, я считаю. Ну что, пацаны, желаю нам всем удачи. Пишет Кент сосисоску. Представьте, какие же они, вдумайтесь, какие же они наглые. Пишет Кент сосисоску, тупо хейтят меня, постоянно обзывают и так далее. Не, я просто в шоке с них. Я считаю, их надо проучить. Просто по факту, их надо проучить. Пацаны, да дайте Кенту кого-то убить. Ну камон, вы чё такие жадные? Ёханый бабай, да дайте, подвиньте жирные. Забрал, лучший. А, мне в спину, да? Давай, 1-1, сможешь? Я понял. Давай, иди сюда, давай выходи, что ты бежишь от кента, как девочка. Ёханый бабай, убил. Опять минус 2, вот это я понимаю, вот это пошла жара в хату, пошла жара по трубам. Пацаны, я просто обожаю, я просто индеец с бомбом. Полетели, беру себе бронежилетик, беру себе АКР и вперед надирать задницы. Блин, пацаны, слушай, так приятно, когда ты выигрываешь. Они пишут ГГ. Ну да, вам ГГ, нечего было обзываться в комментариях, вот так вот бывает, вот так вот. Пишите в комментариях, ты нубущенный, а в реальной жизни проигрываете счетом, какой счет, 2-10, ха-ха. Так, пацаны, давайте проходим на дугу, проходим потихонечку, медленно, уверенно, проходим. В девяточке никого нету, на пленту Б никого нету. А зачем на плент Б ходить? Зачем? Давайте лучше на пленту А будем все тусоваться. Да ты шу, просто ляпота. Так, пацаны, так, тише. Вижу в девятке противник, в девятке тело. Так. Аккуратнее, мужики, не слейтесь, я вас спрошу. Нормально, лучше. Тащим. Так, почти осталось 2 человека, 2 противника, 1 остался, давайте, это победа! Убиваем последнего и ГГшечка. Блин, я бы его хотел убить. Дайте мне убить. Где последний? Все, изи вин! Вот это я понимаю, просто проучили, наказали и дали по заслугам. Да, ребятки, я отыграл на последнем месте, но посмотрите на мой счет. 8-5, это нормально, реально, по факту. Клан хейтеров мы опустили на землю. Ха-ха, и это клан просто нубов. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был ваш Кент АПК. Никогда не обзывайте клан киборги. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока.